Газ под контролем. У Гомельской области у минулым годе отбылося некалькі выпадков выбуху бытового газу. Десятки людей потерпели от отручивания, у тым ліку неполнолетняя. Газовая плита, колонка або отепляльный котел утойвают у себе потенциальную небеспеку, тому мают потребу у регулярной проверцы. Отповедно нормативным документам у шматкватерных домах, где выкрыстовываются только газовые плиты, техничное обслуговывание проводится один раз в год. Коли у доме ці кватеры мается котел, его до следуют перед початком отепляльного сезона. Водонагравальную колонку проверяют один раз у квартал. Эксплуатирующие организации хотят проверить все квартиры. Ну, по той или иной причине. Или граждане наши беспечно относятся к себе. Даже к себе, не к соседям, к себе. И не пускают. Нет возможности проверить. И получается вот замкнутый круг. Ни одна непроверенная квартира уже дом опасности. Котел або газовая плита, якія не прайшлі тэхнічнае абслугоўванне, могуць не проста выйсці з ладу, а стварыць пагрозу жыццю і здароўю як саміх карыстальнікаў, так і іх суседзяў. І тут уся небяспека ў нябачнасці ворага. Участились у регионе и выпадки, коли до громадян под видом газовщиков приходят махляры. Пропонуют свой товар, частей это датчики утечки газу. Однако на сам реч каштуют такие приборы не 150-200 рублей, а всего 20. По правилах забеспечальная организация попередне поведомляя об проведении техничного обслуговывания дома ці улицы у приватном секторе. А подчас непосредных визитов супрацовники обязаны быть у спецвопратцы перед уваходом предъявить посетителям. Назвать свою организацию и прозвище.